Итак, мы вновь продолжаем играть в Готику. Правда, тут мне кое-что надо еще у Ксандроса купить. Прежде чем мы отправимся в его я старую башню. Я хочу обрести магические знания. Так. Прежде чем мы отправимся в его старую башню, я хочу купить у него огненный дождь, вызов голема и вызов демона. Свитки. Так, теперь продадим ему всю ненужную фигню. Смерть нежити, огненный шар, огненный дождь, огненный шторм, исцеление, свет. Так, орчий портал пригодится, распорядок смесь наужика тоже. Ворчью гончую нет, не пригодится. Так, этот амулет мне... Кольцо защиты от огня мне не нужно. Так. Из документов... Нет, здесь ничего. Вот. Пластина панциря ползуна. Клыки троллей. Зубы болотажеров. Рог Маркариса. Язык огня. То есть огненный ящерицы. Рог этот тоже. Так, а вот мечи надо оставить. Яйца ползунов тоже можно. Шкуру болотажеров, шкуру тролля, когти, клыки, крылья, шкуру шныга, когти шныга, волчью шкуру, шкуру маркариса, челюсти ползуна. Чё, больше ничего нету? Обалдеть. О, оружие. Кулак варвара. Глаз воина, мстительная сталь. Так, у Ризель нет. Яростная сталь. Опа! Можно еще что-нибудь купить. Да у него больше... нечего. Продам ему что-нибудь подешевле. Кирку. О, ржавые мечи. Малые топоры. Катеры все. Булаву. Топор. Стоп. Вот так сойдет. Ну отлично, теперь мы можем смело отправляться в его старую башню. Жаль, у него тут кровати нигде нету. Мне бы поспать не помешало. Может, у него хотя бы где-то можно присесть и подождать? Нет. О, придумал. Портал к магам воды. Хотя нет, лучше пока в болотный лагерь. Может, там что-нибудь новенькое появилось. Надеюсь, тут найдется местечко, чтобы поспать. Да.
Отлично, поспали. А вот теперь надо к идолу Кадару идти. А потом видно будет. А вот и он. Так. Торговать. Я хочу приобрести магические свитки. Что у него тут можно прикупить? Ярость, контроль, так это страх, но мне это все не надо. Так, кстати, а что у меня на мне этот арбалет надет? У меня же есть убийца орков лук. Стоп, тяжелый арбалет мощнее, чем убийца орков. Так, и чё я здесь вообще забыл? А, ну я ж сюда пришел, чтобы поспать. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Это же не моё. Да, до земель орков тут как до Китая. Лучше вернусь назад к Сардасу. Я не буду вмешиваться. Портал-то мне на что? Только изгибируюсь, наверное, руной. Вызов голема. Вызов троих скелетов и голема, чтобы они мне в башне Ксардаса помогали мочить зомбаков. У меня, конечно, тут еще смерть нежити есть, но она одна не поможет. Там ведь еще и скелеты. Теперь нужно подняться туда. Так, что-то тут странное местечко. Горные ущелья. Может, тут и тролль водится где-нибудь. Если это так, то я даже не знаю, хорошо это или плохо. Здесь же горы как раз. Тролли живут в горах. Может, я тут столкнусь с одним из них. Ну и где тролль? Блин. Чё, тут больше нету троллей? Жалко. Поплыли в башню. Вот она. Старая башня Ксардаса. Это тем более не одна тут. Это только верхушка торчит. Сама-то вся башня, она под водой. Вот туда-то мы сейчас и поплывем как раз. Нам надо нырнуть. Так, теперь нам вон туда. А теперь можно всплывать.
башни. А теперь вызываем на подмогу скелетов. Так, костлявый и каменный воин. Со мной? Сейчас там будут зомбари. Вон они. Идут. Хотя бы освобожу души этих зомби. О, похоже, в этом бою пали двое моих скелетов. Ё-моё! Этот ублюдок вызывает скелетов. Ох! Ох! Здорово нас потрепало в этом бою. Зомбари! Голем справится с ними.
Атлетик. Последний. Так, обшарим тут все. Сундук. Огненная стрела, вызов скелетов. Это мы все продадим. Эликсиры. Вот они нам пригодятся. И еще один сундук. Опа! Древний доспех из руды. Вот, наверное, что нам нужно. Простой меч. Руда. О, какой-то портал. Стрелы. Огненная стрела. Портал к магам огня! Так, не будем-ка сразу возвращаться к Сардосу, он же сказал, на то, чтобы написать это заклинание, ему нужно время. Лучше мы сейчас телепортируемся в магам огня и зададим Гомезу ту трёпку, которую он заслуживает. Убьем его. От зомбарей избавились. Избавились, да не ото всех. Точно ото всех. Так, там всякая фигня, тут эликсиры. И еще один сундучок. В нем сельки, руда, стрелы, ну и... свиток ненужный. Я его продам. Так, где мой голем? Он там что, застрял? Или забагался? Куда голем подевался? А, ладно. Вызовем нового на месте. Все равно он тут со мной не стелепортируется. Сохранимся. Ну что ж. Отправляемся в старый лагерь в последний раз. Облачение темных искусств мощнее, чем древний доспех из руды. Хм, очень странно. Ладно. Пока мне портал к некроманту не понадобится, беру портал к магам огня. Подождите, еще раз сохранимся, чтобы не брать этот портал заново, если нас убьют. Один из них. Я знал, что кто-нибудь Бартоло попытается добраться до нас через пентаграмму. Но в отличие от этого предателя, кузнеца Стоуна, ты нам больше не нужен. Где Стоун? За решеткой. А ты через минуту окажешься на полметра ниже. Взять его, парни! Порубить на куски! Хрена с два! Я всех вас убью! Настал твой черт! Я убью вас всех! Это вы не ждите пощады! О, вон все маги мертвые лежат. Никто действительно не выжил.
кроме Мильтона. Ну что ж, обворую вас всех. Ну не обворую, а заберу вас. Лютни. Ключ от склада. Ключ от склада. Интересно. Так вот где. Вот сейчас мы исследуем как следует. Родригес. Тори. Торес. О! А ты был этим, как его. Торговцем. Теперь я заберу все то, что все то, что я тебе продал, и все то, что ты покупаешь. Извини. Доморок какой-то маг. Что-то я его в первый раз вижу. А что это у него там за книга была? Заметки Доморока. Алхимия. Эссенция жизни. А, вот тут. Рецептики. Эссенция духа. Эссенция духа, нужен драконий корень. А у меня его нету. Драго. Еще какой-то. Первый раз я вижу этого мага. Что-то я этого мага вижу в первый раз. Опыт. Так, а сейчас мы вызовем шестерых скелетов. Второй круг. Опыт. А вот и Кариста. Да, кстати, письмо магам огня. Давайте-ка его прочтем. Все-таки интересно, что же там было написано в самом начале, которое нам дали это письмо. Теперь мы только ближе к концу можем его наконец-то прочесть. Так. Вот, письмо магам огня. Что ж там Ксардосу-то писали? Так, глубоко уважаемый мастер Ксардос, мы получили ваше письмо и с большим интересом ознакомились с его содержанием. Итак, мы склонны считать братство весьма опасным. Его деятельность ставит под угрозу дальнейшее успешное сотрудничество в рамках торгового соглашения, что в свою очередь является прямой угрозой королю, королевству в целом и, наконец, вам лично. Очевидно, вам следует выслать разведчиков, чтобы выяснить, от каких богов и их источников братство черпает свою силу. Мы считаем своим долгом положить конец секте и сохранить их знания от попадания в случайные руки. Как только мы получим ваш ответ, мы передадим информацию священникам Иноса. Таким образом, мы надеемся совместными усилиями разрешить сложившуюся ситуацию. В данный момент мы уже привлекли всех наших послушников к исследованию древних рукописей. О наших успехах мы сообщим дополнительно. И пусть Инос защитит вас. Защитит нас. Значит, братство все-таки опасное. И Ксардос это выяснил. Он выяснил про спящего. Ай! Кто-то стреляет по мне. Заперт. Вскрыл. Да, долго мне это понадобилось. Буду лучше сохраняться. После вскрытия каждого сундука. Потому что сейчас я задолбаюсь их скрывать. Стоп. У меня отмычек. Скулькин нос. Если сломается, перезагружаюсь. Слушайте, если я обворую это место, то... Беги, беги! Все равно догоним! Мне это ничего не даст. Все равно ничего не даст, если я обворую вот этот замок. Я лучше просто убью стражников и Гомеза в том числе.
чтобы набраться опыта. Да хотя зачем мне опыт-то? У меня очков обучения-то сколько? 20? Стоишь. Если будешь лезть ко мне, ты сильно пожалеешь. Отстаньте от меня все. Все. Мы всех ближайших убили. О, а там... А, труп стражника там. Вызову-ка я скелетов себе на подмогу. Шестерых. Костлявые воины. Так, смерть нежити больше мне не нужно. Вместо этого мы берем огненный дождь. Мои скелеты там пококали. Да, походу, их самих кокнули. Так, возьму-ка я с собой. Я не знаю. Свет мне не нужен. Портал к магам огня не нужен. Беру огненный шторм. Заодно и Буллета этого убьем. Отомстим ему все-таки за то, что он ударил нас. Подонок, а? Вы все подонки. Я вас всех убью.
жопу. Я бы даже сказал покрепче. Чё? Никого больше нет? Ну вот и отлично. Так, нам сейчас что самое главное? Освободить кузнеца Стоуна. Опа, она бежит к нам. Смотрите-ка на него. Пошли в жопу. Меня убьет. Вечереет уже. Сохранимся. Зачем нам нужно освобождать кузнеца Стоуна, чтобы он нам доспех прокачал? И мощнее его сделал. Так, вызываю скелетов. Вперед, мои костлявые воины! Теперь мы убьем тебя, Шрам. Так, а Буллит где? Скелеты пошли всех убивать. Меч Шрама. Интересно. Арбалет у нас помощнее есть? Или лук? Боевой арбалет. Опа, ныры. Так, а куда мои скелеты разбежались? Сдохните вы все! Ты кто такой? Опа, Буллиты убили! Молодцы, скелеты. Правда, я хотел сделать это сам, но... все равно спасибо.
Вам всем пиндец. Да, мы тут задолбаемся с вами мочить всех. Сундуки ваши я обворовывать не буду. Некогда мне. Так, а вот тут где-то какой-то торговец живет. У него там тоже... А хотя нет, некогда. Мне сейчас что главное? Бить Гомеза. Без Гомеза они будут никто. Здорово. Ты убил одного из нас. Артур. Обалдеть, новый уровень. Меч Артур. Если будешь лезть ко мне, ты сильно пожалеешь. Зараза. Пошел в жопу. Кей-я. Идемте теперь Гомеза убивать. Вот ты. Привет, Гомес. Как ты сюда попал? Погоди. А не ты ли убил моих людей в свободной шахте? Да, я... Не стоило твоим людям вмешиваться. Я просто избавил их от мании величия. А ты смел, если можешь со мной, Гомезом, разговаривать таким тоном. Но все равно глупо было появляться здесь. Я лично прослежу, чтобы ты больше никак не смог навредить моим планам. Я тебя уничтожу. Ты мне ничего не сделаешь, ты ублюдок. Сдохни. Ага. Гнев Иноса меч. Так, все, тут он дал нам ключик. От того места, где держат Стоуна. Надо освободить его. Склад. Руда. Стрелы торчат. Черт, ни хрена не видно. Что-то я был неправ, когда сказал, что свет мне не понадобится. Он мне очень даже понадобится. Ага, вот. Что? Мы вышли в сам лагерь. Опа-на, вот так тут секретный проходец есть. Ладно.
Это не тот проход. Нам нужно в подземелье. Серафия какая-то убегает. Да не бойся ты, я тебя не трону. Я иду в подземелье. Так, где Стоун? Так, а вы? Харим, Идол Парвис. А, вот куда. Эх, мне вас жалко, чуваки. Вы тут всех, кто тут был из других лагерей. Харим, он же из нового лагеря. Идол Парвис из лагеря Братства. Они всех, так сказать, чужих убили. Он и Гор Ханис, и его убили. И еще один тут был, Идол Террен. Эх, чуваки. Мне вас жаль. Стоун, живой. Чего тебе? Ты не похож на прихвостней Гомеза. Ты прав, я не служу Гомезу. Я не один из его людей. Тогда как ты сюда попал? Ключи от камер Гомез держит при себе. Скажем так, он сам отдал их мне. Хочешь сказать, что ты тот парень, который поставил Гомеза на место? Да, это я. Парень, вот уж никогда бы не подумал. Но я рад, что этот подлый головорез наконец-то получил свое. Я тоже рад. Но зачем тебе спасать меня? Я услышал, что тебя посадили за решетку, и решил использовать эту возможность, чтобы устранить Гомеза и освободить тебя. Ну, спасибо. Я твой должник. Будет минутка, заходи ко мне в кузницу, поболтаем. Увидимся. Сейчас. Я тебя дождусь в кузнице. Как раз таки. Ты мне нужен, чтобы... этот, как его... сделать... А, чтобы улучшить мой доспех. Вот. О, вон куда мои скелеты забежали. Замок Гомеза. Кузница там. Вон уже и Стоун идет. Так, ладно. Дождемся этого самого Стоуна. Здорово, Стоун. А, вот и ты. Дай мне тебя отблагодарить за то, что ты меня вытащил из той крысиной норы. Знаешь, я вот подумал, мне ведь нечего тебе подарить. Может, я скую для тебя что-нибудь, а? Может, кольцо или что-то в этом роде? Защищайся, идиот. Только... И сильнее. Как тебе это, а? Ты можешь укрепить эти доспехи? Ты можешь усилить эти железные доспехи? Конечно, могу. Давай сюда. Минутку, и все будет готово. О, как тебе это, а? Защищайся, идиот. Хорошо.
Держи, теперь эти доспехи мощнее, и мы в расчете. Спасибо, а как ты угодил за решетку? Кто посадил тебя за решетку? Как ты здесь оказался? Гомес. Эта свинья обвинила меня в сговоре с магами огня. Я жив до сих пор только потому, что лучший кузнец на весь старый лагерь. Меня бросили в эту крысиную нору и выпускали только, когда нужно было поработать на Гомеза. Понятно. Увидимся. Ну да. Ну, прощай. Мне пора. Теперь эти... Стоун-кузнец сумел улучшить его. Теперь этот доспех еще мощнее. Правда, у него маленькая защита от огня и от магии. Ладно, оденусь в этот... О, а я круто выгляжу. Так, ну что ж. На этом, наверное, все. Вот только... Вот только уйдем назад, к Ксардосу. Стелепортируемся, точнее. Так, ну ладно. Все. На этом прохождение мое подходит к концу. А в следующей части мы пойдем мочить спящего.